никогда не принимал участие в квестах, но никогда не поздно и начинать. И вот космический рейс от московского политеха. В этом году он был связан с космическими профессиями. Попасть сюда было сложно. 300 человек желающих, 50 команд, но мы все же попали. Название для команды пришло сразу – «Шаролёт» из очень популярного мультфильма. Звездный квест, спасатели, шаролёт. Нас в команде 6 человек, трое взрослых, я, Оксана и Петр, и трое детей – Рома, Боря и Рома. Сначала нам рассказали о космических профессиях. Чтобы провести все то огромное количество научных экспериментов на орбите, нужно быть знатоком в каждой области, а это большое число самых разных направлений. А потом раздали задание. 10 этапов, каждый с названием профессии. Все, что я понял, надо найти что-то связанное с космосом на московских просторах. Но где искать и откуда начинать – большой вопрос. И 5 часов на поиск. 3, 2, 1, поехали! Решили, пойдем, в пути разберемся. На картинке какой-то замок. Оксана нашла в интернете. Это Петровский путевой дворец. Ближайшая станция метро – «Динамо». И все это как-то связано с журналистикой. Рядом с дворцом нужно найти таинственного человека. И подсказка. Между Летней и Дворцовой, между Кругом и Милицейским. Вот если бы сразу заглянуть в интернет. А так целый час ушел на поиски этого человека. А он отправил нас дальше. Искать собаку. Здесь опять помог навигатор. Совершенно случайно, при многократном увеличении в 500 метрах от человека, обнаружили указатель «Собака Лайка». Памятник собаке, отправленной в космос 3 ноября 1957 года. Здесь нужно было просто сделать фото команды и отправить организаторам. Здесь мы заработали 15 баллов. Еще один этап – найти дом на улице Красной Лапки. Там можно было стать специалистом по внекорабельной деятельности. Ну, то есть выходить в открытый космос. И жук на картинке. Опять пришлось смотреть на карту. Красная лапка жука указывала на улицу Красноармейскую. А там дом авиации и космонавтики. Выходить в открытый космос мы так и не научились. Но свои 12 баллов заработали. А за углом еще один этап и еще одна профессия. Инженер-конструктор спутников. Здесь Петр оказался на высоте. С его помощью заработали еще 15 баллов. А до финала квеста остается меньше 2 часов. Следующий этап, где Яковлев и некто Николай Сергеевич смотрят на предприятие, основанное самим Яковлевым. Ищем на карте. Всего 20 домов до КБ Яковлева. Но какие же длинные эти дома? А здесь профессия пилот-беспилотников и уже много других команд. И как они догадались? Задание – стоять спиной и управлять машинкой. С дистанции сошли через пару поворотов, но свои 13 баллов все же заработали. А дальше совсем не разбериха. Попробуй понять, что это за слово. И все же разобрали. Экспериментаниум. А это еще с десяток длиннющих домов. Здесь мы должны были стать космическими биологами. Стали. Собрать замысловатую молекулу так и не смогли. И все. Время квеста закончилось, и мы прошли из 10 всего 5 этапов. Но, как говорится, важна не победа, важно участие. Зато я теперь точно знаю, что такое космический квест.